4 грейдера и 2 экскаватора пришли в новой партии техники для филиалов «Примавтодора». Дорожные машины прошли оформление и теперь отправляются в районы края. Компания продолжает получать новую технику, приобретаемую по поручению губернатора Олега Кожемяка. При этом на предприятии ждут еще одно поступление дорожной техники. Оно состоится летом. Сейчас машины изготавливают на заводах «МАЗ» и «Амкадор». Эта техника у нас для различных филиалов, это не вся техника, то есть по мере изготовления она к нам поступает сюда на центральную базу, далее мы оформляем документы и отправляем ее в филиалы. Вот в частности, вот эта техника, которая здесь сейчас находится за моей спиной, это 3 тяжелых грейдера DZ-98, причем один из них оборудован дополнительным клиновидным отвалом. А этот клиновидный отвал у нас нужен именно для того, чтобы бороться именно с очень большими снегопадами. Потому что практика показала прошлого года, что без таких клиновидных отвалов от грейдера толку не так уж и много. Ну и плюс один грейдер 160-й, это грейдер компании «Амкадор» Республики Беларусь. Вот. И 2 экскаватора китайского производства объемом 1,6 куба. Экскаваторы у нас пойдут в Дальнегорский филиал и в Чугуевский. Грейдер 1, 16-тонный, он пойдет у нас в Ольгинский район. 98-й тяжелый также пойдет в Ольгинский район. Еще один грейдер у нас пойдет в Кавалерово, филиал северный. И один из грейдеров из этих партий у нас пойдет в Терней. Напомним, в течение года «Примавтодор» получит 315 единиц техники и 3 асфальтобетонных завода. Большая часть машин – производства Белоруссии, России и Китая. Дорожная техника является универсальной как для определенных видов работ, так и для содержания трасс.